Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Опять же, продолжаем за зомбарей. Поехали. Так, сегодня у нас кто там будет-то? Картошечка. Бабах, короче, у нас сегодня. Так, что там? Глубокая заморозка, но это все понятно. Так, мы играли за The Match. Или за мех. Ну, я думаю, что мы начнем с разгрома. Так, выбираем его. Атака взрывных картох. Поехали. Первая миссия, по идее, должна быть, ну, довольно простенькая. Я надеюсь на это. Если, опять же, не будет каких-то определенных условий. Ну, в принципе, давай, наверное, вот здесь заменим. Оу, и вот здесь. Ну, Йети нам пригодится. По любасику. Так, картошка, она еще та вреднюка, поэтому давай приступать. Карту вытянули, отлично. Так, наносит 3 единицы урона. Интересно, не пожалел же, да? Потратил? Хм. У нас еще есть с тобой менеджер, поэтому будем сейчас его выставлять. Так, у нас есть еще и шар. О, неплохо, кстати, я тебе скажу. Ну, кого ты там поставишь? Шампиньон. Не к добру, по-моему, это все дело. Ладно, раздавим, так уж и быть. Но мне кажется, что он сейчас будет вызывать еще одного шампиньона и тот самый гриб, который усиляет всех. Надеюсь, я не прав. Так, неуязвимый зомби у нас. Давай его выставим. На следующий... Так, а вот это уже интересно. А вот это уже интересно. Он выставил орех. Хм. Так, наверное, я все-таки призову сюда Йети, чтобы мы смогли с вами тянуть карту. Неплохо. Совсем неплохо. Ага, у него есть амфибия. Блин, а мне даже и бомбануть-то нечем. Так, что он там? Горячку. Ё-моё. Как же ты не вовремя поставил эту горячку. Эх, Йети, жаль, жаль. А ты бы мне пригодился бы, на самом деле. Так, надо нам что-то делать вот с этим крокодилом. Я, по-моему... Ага, минус 2, минус 2. У меня амфибий здесь нету. Объедки в колоду. После уничтожения добавляет, да? А что за объедки? Интересно мне знать. Какие еще объедки? Ладно, давай сделаем вот так вот. Вытянем еще одну карту. Мне нужна амфибия. Хм. А что ты у нас делаешь? Так, получает плюс 2, 2. Использование сверху. Нет, я, наверное, все-таки... объедки, наверное, все-таки получить хочу. Смотрим, друзья мои, что он сейчас тут... Опа-на, 4. А в лицо уже... Нет, 4 получит урона у нас спортсмен. Так, ореху скоро кранты. Очень интересно тут получается все. Очень интересно. Так, она будет 4, да, урона наносить. Поэтому я, наверное... Сделаю вот так. Я смогу усилить нашу команду, в принципе. Сейчас посмотрим, что он сделает. Мне кажется, он... Ну, это лопух. Это лопух, он не страшен. Вот здесь я все-таки, друзья мои, хочу понизить ему урон, потому что он достал. И вот таким вот образом сделать. Погнали. Жаль, жаль тебя терять, но ничего не поделаешь. 2 в лицо. Так, короче, у нас 10 хп, у него 13. Вот так я сделаю. Если что, будем ставить рикошет. Что ты там радуешься, картошка? Шампиньон. И все? Ну, ты сам подписал себе приговор, парень.
Так, защита сработала. Что там? А, вот так. Куда ты его переместишь? Так, а мы с тобой... Воу. Вот это хорошо. 2-2, да, получим? 2-2. Я, наверное, вот сюда применю. Так, нам дали рыцаря. Карты наши усилены. Все ячейки забиты, поэтому никого поставить не можем. Он почему-то тоже никого не выставляет. И очень странно, потому что мы его сейчас разберем. Ведь разберем же? Да. Ну что же, картошечка отдуплилась. Ну а мы с вами будем продолжать дальше, так сказать, наши бои. И посмотрим, кто сейчас у нас будет. Точнее, кто против нас сейчас будет. Выполнить миссию. Ага, на этот раз у нас орех в доспехах. Орешек, значит, явился. Ну что, вот это я, наверное, поменяю. Вот это махну. И... давай поменяем. Ну, в принципе, рука неплохая для начала. Что ты нам дашь? Так, а он у нас при появлении... Так, рикошет ландшафта и всех растений здесь. Хм. Ничего не стал выставлять, интересно. Ну, он у нас орех, поэтому у него все, наверное, карты будут связаны с орехом, как ни крути. Ну, естественно, вытягивает карту, ставит стен орех, чтобы не получить урон. Все правильно, в принципе, делает, но... не вовремя. Раздавили, все равно получает в лицо урон. А мы с тобой будем выставлять, наверное, вот этого вот паренька. Так, подожди, я сказал вот этого паренька. А, так, при появлении рикошет ландшафта. А ландшафт это у нас вот здесь. То есть этот зомби у нас стоит немножко не в тему. Окей. Опа, опа, опачки. Ну, у нас и... А, нет, нету. Ха-ха. Три в лицо получим сейчас. Это печалька. Оу, вот это хорошо, ребята. Что бы нам с тобой тут замутить такого, а? По идее, мне надо вот это вот оставить, чтобы уничтожить. Ладно, я не буду никого выставлять пока. Смотри, что делает, а? Вот теперь вопрос. Теперь вопрос. Что нам лучше, вот этого уничтожить или вот этого? Наверное, вот так вот сделаем. Пока. Хиляться нам пока не стоит. Так, у него сработала защита. Я больше чем уверен, там неуязвимость. Он получил себе. Опа, йети. Йети. Так, рискнуть, что ли? Давай поставим сюда. Так уж и быть. Так уж и быть. Давай карту тяни. Усиление. Окей. Он будет бафать. Так и есть, да? Он пробафал. Ну и мы тогда тоже, наверное, с тобой. Погоди-ка, а что мне это даст? Мне это ничего не даст. Он уйдет в колоду. Вот здесь, чтобы нам... Плюс 2 к здоровью, плюс 2 к здоровью. То есть в любом случае он нанесет атаку, да? То есть уничтожит мне этого зомби. Что бы я тут ни делал. Этот улетает в карман. Ага. Так, менеджер. А если... Мне так и хочется вот этого выставить. Но я боюсь, он его забомбит. Я могу сделать вот так вот, наверное. Выставляем сюда менеджера. И вот сюда вот так сделаем. Еще у нас есть с тобой две энергии. Мы можем, в принципе, либо сами захиляться, либо усилить. Опа, опа, опа. Оу. Ё-моё. Ну, так дело не пойдет. Так дело не пойдет. Хиляться. Хиляться пока не буду.
Да, не очень хорошо получилось. Чего у него так много карт в руке, эй? Так, куда бы нам поставить? Нам нужно прикрыться. Нам нужно прикрыться. А как это сделать, я не знаю, ребята. 5 в лицо тоже как-то неохота получать. Ну, если только вот так вот сделать. 3 энергии остается. Еще неизвестно, что он сейчас влепит сюда. Карта у него там в руке достаточно, согласись. Опа-на! Что? Неуязвимость вешает? Вот это плохо. Слушай, я, наверное, все-таки хильнусь. Или погоди-ка. Или нам лучше с тобой вот этого зомби усилить. Да, наверное, лучше так сделать. Поехали. Ай, у него же неуязвимость, господи, я совсем забыл. Тут хиля, опачки. А вот это уже хорошо. Применяем. Надеюсь, у него нет растения, которое там может уничтожать. Или там, например, бонусную атаку проводить. Он уничтожает зомби, просто представляешь? Опа-на, и орех бронированный поставил. И еще сюда влепил. Это не есть хорошо, на самом деле, друзья мои. Это не есть хорошо. Лечимся, короче. Это получается, мы с тобой получим 6 в лицо. Ну, меньше, конечно, урона получим, но все равно неприятно. Все равно неприятно. Так, нам достался рикошет. Точнее, безумие. Ну, что так, я пока приберегу. Блин, вот это, конечно, бесявая. Бесявая ерунда. А если мы с тобой сделаем... так не пойдет. Наверное, лучше нам сделать вот так. И, ко всему прочему... Блин, он же уничтожит. У него 4 атаки. А у нас 4 хп. Ай, как, я не знаю, ребята. Это легендарный у нас стегозавр. Ладно, я все-таки вот так сделаю. Пожертвую йети, так сказать. Нам дали еще козла. Ему, что он, ребята, размещает стены ореха, да? О, нет, 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 да как так-то? Ну тут, друзья мои, да. Тут он меня подловил, тут ничего не скажешь. Короче, мы проиграли. Чертов орех, а? Ну, получит свое. Мне тут ничего не остается, ребята, сделать. Вообще, вообще ничего не остается, потому что, ну, сам понимаешь, всех будет пробивать. Я могу вот так вот на первое время поставить. Потом. Что я сюда могу еще влепить? Ну, предположим, сумоиста, да? И... Как неохота тратить-то, а? А это у нас амфибия? А, это у нас амфибия. Да он достался своим гигантским. Откуда у него, блин, этот стенорек долбанный? Все, ребят, тут понятное дело, да? Куда вот мне его переместить? Ну и что это мне дает? Что мне это дает? 4 в лицо в любом случае мы с тобой получим. Соответственно, проиграем. Черт подери, 2 этих ореха гигантских он выкинул в меня, ты представляешь? Я к этому не был готов. 2 ореха, которые уничтожают практически 3 моих бойца. И при этом он еще размещает свои орехи. Ладно. Конечно, ребят, переигрываем с вами. И я уже буду знать, что у него в руке там находится. Поэтому будем аккуратненько с вами. Блин, йети. Эх, не буду менять. Короче, орехи нам нужно уничтожать с тобой, ну, в первую очередь. Так, а этот у нас получает при использовании сверху. То есть это на ландшафте, да, получается, так? Я ничего не путаю. Че он там задумался? А, мне нужно было пропустить ход. Сейчас мы с тобой проверим. Так, у нас медик выпал. Ну-ка, если я сюда поставлю.
Да-да-да, именно вот так он пропавается. Ну что, ты будешь свой суперудар тратить? Нет, он стенорех ставит и вытягивает карту. Ну, а мы с тобой, наверное, сделаем... давай. 5-4. Окей. Я знаю, что этот его сейчас будет нервировать, потому он будет, бедный, там, паниковать. Выставляем спортсмена. Арена, арена выпала. Зачем мне арена? Арена здесь не нужна. Ну, что он там придумал? Опа. Опа, пули. Так, 1-3, да? Так, у него защита сработала. И мы 3 урона получили. Ладно, это еще пока цветочки. Так, нам нужно его ушатать. И я думаю, что мы сделаем с тобой через неуязвимость. Но, что задумался? Думаешь, как бы сюда орех влепить? Я ведь больше чем уверен, что он сюда вот орех сейчас поставит. Нет. Опа. Опа, пули. Это что такое было? Это что за фокусы? Что за фокусы? Блин, он уничтожит меня, ребята. Этого... Не знаю, как его даже назвать-то. Трубочиста, наверное, да? Так его назовем. Оу, у нас есть шар. А зачем мне шар? Шар мне сейчас здесь вообще не нужен. Шаманство. Так, это у нас лекарь. Ну, давай сделаем так. Фиг с ним. Поехали. Че он там, сейчас свой орех применит, нет? Так, перемещает куда? Сюда, вот на эту линию. Понятно. Так, а мы тогда уничтожаем с тобой вот этот орех в броне, который. Все, раскололся. Погнали. Так, менеджер мой апается потихоньку. Так, как бы нам его вот этого завалить теперь, я вот думаю. Не хотелось бы, конечно, но, наверное, придется нам использовать его. Придется, ребят. Так, что он за карту мне вытянет? Ага. Так, у нас с тобой еще будет ход. Ну и зачем ты его выставил? 3-2, я знаю. 3-2. Так, а мы с тобой можем вот этому уменьшить атаку. И хп, соответственно. О! Так будет по мне. Видишь, ребята, вот этот орех неспроста он ставит. Что? Неуязвимость? Ладно. Так, этого мы... А, не добьем. Не добьем. Но это и не важно. Оу, привидение. Вот это уже хорошо, друзья мои. Мы с вами делаем как? Вот таким вот, наверное, образом. И поставлю-ка еще сюда йети. Пускай нам выдаст карту. Только хорошую дай карту мне. Что-то годное. Опачки! Вызвал, ребята. Ну, все знают, да, что это за растение? Он будет свое здоровье здесь тратить вместо героя. Значит, нам нужно его как-то наказать. Как ты его накажешь-то тут? Как ты его накажешь? Вот объясни мне. Так, все зомби... Ага, это эволюция, 5. Значит, мы с тобой можем сделать следующим образом. Вот так, и... Блин, арену, что ли, ты просто... Нет, поставим с тобой йети. Какую карту? Что это за... Уточка еще, ладно, поставим сюда. И вот сюда. Ну? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все-то у него есть, ты посмотри, а. Так, давай. Мышек своих вызывай. Окей. Но добить все равно мы не добьем, да? А хотя мы будем урон сейчас наносить. И он отдуплится. Все, пока.
Друзья мои, 4 хп осталось у этого ореха. 4 хп, это практически вообще ни о чем. Так, может эволюцию сделать? Так, 5 и 4. Конец хода рикошет. Это, ну, понятно. Так. У нас эволюция. Эволюция. Нужно ли ее делать? Он же все равно улетит, да? Все зомби получают 2 плюс 2. Это 5. То есть мы с тобой можем, знаешь, что сделать? Вот так. И ко всему прочему сделать вот таким образом. Меня вполне устраивает. Он ничего не стал делать. Ну все, парень. Наконец-то мы с тобой завалили этот орех. А почему он ничего не стал делать? Вот это меня удивило. Просто сдался. Очень интересно. То у него там такие карты были, да, орехи там. А тут он вообще ничего не стал делать. Поехали тогда дальше. И опять у нас тут бабах со своим цветочком в ручонках там мелких, в картофельных. Этого, конечно, менять надо. Ну, в принципе, нормуль. 1-2-2. 1-1. Поехали. Угу. Этого мы ставим сразу сверху. Не жалеет, смотри, сразу. Что-то мне это напоминает. Где-то мы уже такое с тобой видели. Верно? Так, это у нас против орехов, да? Так что я думаю, мы, наверное, его прибережем. А поставим пока с тобой, наверное, сумоиста. Вот, как раз вот против этого ханорика-то мы с тобой. Давай сюда его. Под обстрел, так скажем, да? На. Неплохо. У нас с тобой хиллер. Так, ставим сюда. Ну, что ты там скажешь, картошина? Опять задумался о чем-то. Вызвал арахис. Вызвал, друзья мои, он арахис. Пока, сумоист, я буду по тебе скучать. Но у нас есть вот этот вот. А он что делает у нас, ребята? Естественно, уничтожает орехи. А арахис — это у нас орех. Так что мы его сейчас уничтожим. А еще бы было бы хорошо, если бы он его пробафал. Чтоб мы его сразу накрыли. Так, а вот это уже интересно. Какой? Вот этот, конечно, какой еще-то. А этого давим. У него все 3 карты осталось. Я чувствую, победушка за нами будет здесь. 10 хп, плюс у него, правда, защита сейчас работает. Но это не страшно. Так, уничтожает растение. Это эволюция у нас, нам пока уничтожать некого. Мы будем с тобой, наверное, вот так вот делать. И вот так. Ну что, друзья мои, смотрим на его действия, на этого картофелину. Смотри-ка, что делает. Поставил, не стал ставить сюда, да, на воду, а именно здесь, против менеджера. Так, он, наверное, сейчас бомб. Ну да, горячку. Куда? Вот сюда поставим. А, вот здесь даже. Ну да, сейчас у нас, ребята, минус 2 бойца. Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка. Эволюция. Ну мы можем с тобой и вот так вот сделать, верно ведь? Давай-ка уберем этого крокодильчика отсюда. А то он тут, смотрю, засиделся. Ну что, картошка? Наносит 3 единицы урона. Блин, ты посмотри. Фруктовый микс нашел. И орех сюда выставил. Ага. И так даже сделал. С одной-то картой. Но я думаю, ребят, все равно будет победа за нами. Хотя, вперед, батьки, как говорится, идти пока не стоит. Медика или... Давай медика, наверное, поставим сюда.
Хотя медик пригодится еще. Давай сделаем вот так. И вот так. Опа. 2-2 в плюсик. Отлично. Приемы. Все, он даже ничего не стал делать. Но это его дело. Ребят, по-моему, ему все, крышка. Расчехлили. Как говорится, счистили шкурку с этой картошки и сварили ее и сделали пюре. Так, у нас еще два боя вроде бы впереди. Да, два боя. Так, а если мы с тобой возьмем, например, и сыграем, знаешь, за кого? За супермозга. Давай посмотрим колоду его. Кстати, я давно за него не играл. Очень давно. Ох ты, у нас Гаргантюа. О, давай-ка попробуем сыграть. А вдруг у нас получится? Так, супермозг, выбрать. А против кого мы будем? О, ёпрста, ночной колпак. Если бы я знал, что он будет, я бы не стал бы брать. Я бы лучше бы Гаргантюа бы дрался бы. Так, давай заменим. Воу, заменил. Хм. Так, а что ты у нас делаешь? При использовании усов он получает плюс один, а вы плюс один. А усы, где эти усы-то взять? У меня нет усов. Сейчас будет свой усы... Нет. Я думал, он будет свой этот гриб вызывать, который атакует. Антигерой. Пеню. Обменялись, да, грубо говоря. У нас есть антигерой, но я, наверное... Вот этого вызову. Все. Два шампиньона размещает на случайных линиях. Хм. Блин, точно, он же король грибной, ё-моё, он же сейчас тут начнет плодить. Секундочку, что же мы тогда с тобой будем делать? Хм. Как вариант пойдет, да? Кровожадность. Начинается, начинается. Опа. А ведь я так и думал. Это же грибной король, друзья мои. Сколько мы сейчас? 6 в лицо. 6 в лицо получим. Так, кровожадность. Зачем мне пока кровожадность не нужна? Я все думаю, кого нам сейчас выставить-то здесь. Твою ж налево, а? Ну, предположим, сделаю вот так антигероя, а сюда... Наверное, вот сюда лучше так вот. Поехали. Ёкалэмэне! Вот это да, друзья мои. Вот это трындец. По-другому не назвать. Ну, я не знал на самом деле, что здесь... Здесь будет... Ночная шляпа, ночной колпак. Называй его как хочешь. Так, у нас 5, я могу... Ага. Либо, да? Затравит он меня. Друзья, затравит. Так, а это что у нас? Перемещает зомби и наносит бонусную атаку. Ну, давай мы с тобой тогда вот сюда сместимся. Уничтожим первого. Ну и потом второго. Правда, 6 в лицо с тобой получим для начала. А может быть и больше. Да, 7 хп всего лишь осталось у нас. Опачки. Неплохо. Но мы с тобой сделаем немножко по-другому. Вот так. И вот так. Сейчас будет уничтожать, поверь мне. Че, ничего не стал делать? А в чем проблема? Че он опять там затеял, а? Я уже пужаюсь всего тут, друзья мои. Вертолетик. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Так, смотрим. Опа-на. 6. Кому наносит урон? 6 единиц урона. Зомби-герой, то есть мне? Бонусную атаку срочно.
бумс. Получили. Так, у него не забывай, сейчас броня еще сработает. Одно хп, одно хп, ты понимаешь? Так, отбрасывает растения. Блин, растений-то нету никаких, понимаешь? Прочерк. Оу. Если нет амфибий или еще что-нибудь. Все, друзья мои, победушка, по-моему, за нами. Это я специально сделал добор. Погнали. А, у него броня же... Нет, не сработало. Слушайте, удивительно просто. Просто удивительно. Почему? У него столько карт в руке. И он ничего не стал делать. Воу, 50 очков. Спасибо за такой бонус. Ну что же, мы идем обратно к бабаху. Ну я возьму... Я не хочу рисковать. Давай за меха возьмем. Давай. Сыграем за него. Против бабаха, против этой картофелины. Надеюсь, все будет хорошо и удачно. Опа-на. Условия, ребят, смотрите, уже сразу начертили нам с вами. Я даже не знаю, что и делать. Неуязвимость. Поменяем. Да иди ты. Ух, да. Ну и что? Побей босса. Как вы относитесь... Как вы относитесь... Как вы относитесь к крахмалу? Я спрашиваю только потому, что бабах начинает игру с картофельными минами на всех линиях с травой. Я очень рад это слышать. Меня это вообще никак не тешит. Я вот сюда вот, наверное, поставлю. Эти мины пока трогать не будем. Он горячку влепляет, а? Он влепляет сюда горячку. Плохо? Да. У меня есть вот этот удар, а что он дает нам? Ты помнишь? Что он дает? Наносит 3 единицы урона растению и 1 единицу всем остальным растениям. Ага. Как раз под замеха. Как раз под замеха. Всем, да, наносит. Так, 3 единицы урона и всем остальным растениям по одному, да? Ну давай проверим, как это работает. Да, это работает просто изумительно. Как я угадал-то, а, ребята, хорошо. Замех, ты меня сейчас выручил офигенно. Правда, мне некого поставить на поле. А он тут арахис свой влепил. 3 в лицо получаем. Но зато сейчас повеселимся, надеюсь. Так, выставить, кого бы выставить? Наверное, мы сделаем с тобой. Интересно, уничтожит он его или нет? Так, он поставил сюда мину. Все растения получают плюс 2. Это к атаке. Вот это плохо, это уже хуже. Бедный-бедный зомби. Это кто еще такой? Ты кто еще такой? Наносит 1 единицу урона при появлении. Слушай-ка, мне, наверное, нужно залечить больные раны. Да ты припалил со своими арахисами тут. Я серьезно говорю, достал со своими арахисами. Еще это мина. Так, кажется, я... У нас 6, да? 6 очков. Значит, мы с тобой можем... Так, все... Ага, все спортивные зомби становятся неуязвимыми. Это меня вполне... Ай, блин, не хватает. Ну, давай. Так, все растения получают минус 1. Минус 1? Поехали. Меня это устраивает. Круто, я зачистил поле, ребята. Поехали в лицо. Будем мстить теперь. Гаргантюа Посейдон, ё-моё. Так, а теперь давай вот так вот сделаем. У него будет сколько? 5 энергии.
особо не разгуляешься, я так скажу тебе. Ну, что ты там выставишь? Опять свою бомбу? Ой, нашел что влепить. Это нам не помеха. Иди отсюда. Так, пошло дело. А дальше мы с тобой делаем вот так и вот так. Красиво я придумал. Блин, ты запоздала, бабуля. Поехали. Так, у него сейчас защита сработает. Что он там? Наносит 3 единицы урона. Ну, правильно. Нашел слабачка. На, еще получи. Слушайте, мне кажется, все, его песенка спета. Давай вытянем с тобой карту, может, какую-нибудь хорошую путевую. О, смотри, что у нас тут выпало, друзья мои. Хе-хе, конечно, берем вот эту вот. Давай. Амфибия 6-5, это круто. Но че, всем зомби поблизости? А все равно тебе, парень, это не спасет. Ну че, ребята, мстим. На, картошка. Да-да-да-да-да. Именно то, что я и хотел, друзья мои. Идеально. Блин, классно. Классно сегодня поиграли, мне понравилось. Снова зубастизила. Но с ней мы уже будем драться, естественно, в следующей серии. Кстати, дай-ка я гляну, что у нас тут. На луну. Игра идет, огонь ревет. Блин, давненько я, кстати, с этим не дрался, с чудиком. Так, падает тень. Выполнив задание, вы увидите, что вас ждет. Интересно, что нас ждет. То есть всего получается здесь 20 уровней. Угу. Нам осталось, ребят, совсем ничего. Господи, еще на 3 серии и за зомби мы с вами пройдем. А вот как за растения играть, я ума не приложу. Без легендарных карт, ну это нереально. У меня нету легендарных карт, чтобы я мог этого... мозг атаку победить. Я уже пробовал несколько раз, у меня ничего не получается. Так что у нас тут-то? Задание. Так, нанесите 20 единиц урона героям капитаном Огоньком. Повысьте силу 3 растений. Замораживают зомби. Ну, кстати, кто-то спрашивал, как ты купишь вот эти вот самоцветы? Ребят, ну выполняйте вот эти вот задания, да? Еще проходите обязательно вот эту вот битву. Да, ПВПшную. За нее тоже будут неплохо вам выдавать бонусы. И, ну, подарок. Это подарок за рекламу. По 5 гемов будете выдавать за просмотр рекламы. Ну, в принципе, как-то так. А, еще вот у нас есть задание. То есть, где я сейчас смотрел-то? Где я смотрел-то, ребят? Я уже не помню. Кстати, вот здесь тоже, вот видишь, дают. Ну, тут билеты, в основном пак. Битва. Вот здесь вот, да? Здесь дают задания обычные, а еще есть геройские задания. Когда их выполняешь, тебе тоже что-либо дадут. Вот здесь, например, дадут мину. Здесь 10 гемов, здесь 10 гемов. Тут растения, тут энергию. Тут зомби, тут энергию. Тут опять же гемы. Оу. Кстати, вот этого зомбика у меня нету, если честно. Для супермозга. А также, когда у тебя откроются вот эти вот картошка, зубастизила, ночной колпак, роза, травяной кулак, цитрон, бессмертие, бесячество, великанус. А тут еще есть какой-то великанус. Погоди-ка секунду. Где посмотреть героев можно? Какой великанус? Я что-то не помню никакого великануса, если честно. Что это за новый вид героя за зомби? Великанус. Что я нажал? Не то. Не то, ребята. Ладно, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.